60 городов России и страны СНГ охватил массовый интерес к лепке пельменей. В минувшие выходные чебоксары присоединились к необычному флешмобу. Пельмени – блюдо исконно русское, считают жители страны. Только попало к нам благодаря финно-угорским племенам. Добавляют эксперты и приводят перевод – пельнянь – хлебное ухо. Их в минувшие выходные лепила вся страна на мероприятии с заморским названием «Креатив пельмени пати». Организаторы говорят, цель флешмоба – объединить людей общим делом. Мы всей страной объединились и в один прекрасный день решили налепить пельмени. Но не просто налепить пельмени и собраться в едином порыве вместе, творческой тусовкой, а бесплатно абсолютно всех гостей парка Николаева сегодня накормить пельменями. Родители и дети сегодня не только наслаждаются культурной программой в этом парке, но и едят пельмени. На запах стали быстро стягиваться горожане. Стандартная порция – 10 штук. Мясо в пельменях вообще замечательно. Шикарно. Но видно, что не хухры-мухры, да, не магазинное. После дегустации все съеденное можно было, что называется, растрясти. Поехали! А теперь ручку вот так. В итоге, к примеру, в Красноярске слепили и, соответственно, съели почти 4000 пельменей. В Йошкар-Оле 2500, а в Чебоксарах около 500.